Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Практически у каждого есть домашние растения или цветы. И, конечно, чтобы они радовали вас красивым цветением и сочной зеленью, за ними нужно ухаживать. Первостепенную роль играют подкормки. Сегодня я расскажу об одной из необычных подпиток для домашних цветов и растений. Речь пойдет об аквариумной воде. В воде, которая сливается из аквариума, полезные вещества содержатся в достаточном, но не избыточном количестве. Благодаря этому исключается риск перекорма цветов или рассады. В живой аквариумной воде содержатся полезные удобрения, минералы и витамины с микроскопическими простейшими организмами. Когда домашним растениям потребуется очередной полив, пластиковым ковшом берите воду из аквариума и просто поливайте. К тому же это неплохая экономия на подкормках для растений. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!